Сан-Франциско просто потрясен. А эта галерея такая огромная. Вот и буфет. Если на мероприятии поскупились на еде, знай, это плохое мероприятие. Главное, чтобы меня не заставили есть икру. Это твой день, Макс. Делай все, что пожелаешь. Надеюсь, ты воспользуешься статусом и поговоришь со столькими влиятельными людьми, со сколькими возможно. Налаживай связи. Ну, не знаю. Ощущение, будто я ребенок, который пытается походить на взрослого. Макс, после этой недели ты явно перестанешь быть ребенком. В действительности, ты заслуживаешь внимания. Взрослый человек, уважаемый сверстниками. Начни вести себя как фотограф. Ты ведь об этом мечтала? Черт, Айл с детства мечтал стать директором крупной школы. Поэтому я начал со старосты класса. Поспрашивай моих бедных одноклассников, если не веришь. Пойду-ка я перекушу той икрой, раз уж ты не хочешь. Заодно поболтаю с парой художников. Сама понимаешь, я не всегда смогу быть рядом, но сейчас, если понадобится совет, спрашивай. Перестань, Макс. После всего пережитого эта выставка самое безобидное, что могло с тобой случиться. У тебя все получилось. Из проявочной я переместилась в эту галерею. Я прошла через множество измерений на этой неделе. Жизнь полна странностей. Надо бы бросить сюда нехиленькую сумму. Жаль, мне не хватит времени рассмотреть эти росписи. У галереи Зайгайст классная история во Фриско. В смысле, в Сан-Франциско. Никогда бы не подумала, что я буду стоять на ресепшене галереи и говорить о моей работе. Здорово. Доброе утро. Вы, наверное, Макс Колфилд. Поздравляю, что вам довелось поучаствовать в конкурсе. На выставке много впечатляющих работ. Ну а ваша – это главная изюминка. Интересно, каково это жить на подлодке? Наверное, людям с клаустрофобией туда вход воспрещен. Революцию не станут показывать по телевизору. В заливе столько по-настоящему творческих личностей. Не то что в Аркадии Бэй. Некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными. Твою мать, эта листовка сделана как раз для Хлои. Интересно, готова ли я для Мушпита? Ну и что бы мне надеть? Обалдеть. Да, Уоррен точно бы не отказался пообезьяничать на этом шоу. Я слышал, что Марк Джефферсон должен был работа быть здесь. Работа не в моем вкусе, но мне он это смотрится отлично. К тому же у меня есть одна из его монографий. О, черт! Внимание, пафос. Серьезных денег. Вы Макс Колфилд. Поздравляю вас с победой. Я критик искусства из журнала Iris In. И мы бы хотели написать о вас в статье про будущих законодателей моды. Я передам вам подробности на этой неделе, если вы согласны. И снова поздравляю вас. А вот и я вместе с другими победителями. Хотя лучше сказать, художниками. Так приятно читать все эти комментарии. Даже негативные. Знакомая камера. Пожалуй, это слишком метафорично.
Извините, а вы не из Академии Блэквелл? Я хотела там учиться, но меня не взяли. Говорят, там такая классная программа. Уверена, очень интересно. А это из разряда глупостей. Хотелось бы иметь одну такую на полке. В будущем. Мне нравится. Подумать только, сколько времени нужно, чтобы сделать одну скульптуру. Взгляни на эту фотографию. Какая глубина резкости. Какие цвета. Гляди, какие размытые очертания. Определенно снимали фотоаппаратом среднего формата, используя 35-миллиметровый объектив от Лейки. Вы сразу можете понять всю историю фотографии, если знаете, как смотреть на все ее детали. Это так интересно, Мэтью. Когда я был помоложе, я занимался фотографией. Я тебе об этом говорил, Эмма? Я был вправду хорош в этом. Да, мне действительно не понять искусство. Молодой и дерзкий. Он будет вспоминать те дни всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Вот и славно. Полагаю, стоит начать привыкать к деликатесам, которые я не хочу есть. Знаю, довольно скромно, но я ловлю мотив. Правда? Моментальная фотография становится вне времени. Ностальгическая меланхолия. Кто фотограф? Думаю, это для участия в конкурсе. Так здорово. Чувствую, что доведено до ума. О, эй, ты та самая выигравшая конкурс с автопортретом. Или ты называешь это селфи? В любом случае, я восхищен тем, как ты извратилась, чтобы поместить все свои фотографии в фокус. А, очень умно. И сколько они платят за аренду помещения? От этого я чувствую себя угнетенным. Будто я снова вернулся в школу. Обычно такие конкурсы, они вгоняют меня в сон. Но мне нравится, что тема этой выставки — конкретные события, а не какие-то абстракции. Zeitgeist в этом году представляет немало классных работ. Я каждый раз вдохновляюсь, когда прихожу сюда. Эй, мне нравится ваш снимок. Я просто хотела передать поздравления, и надеюсь, вы получили намного больше внимания. Герой дня. Прошу прощения, вы Макс Колфилд, верно? Да. Это я. Извините за беспокойство, меня зовут Даниэль, я из газеты. Я готовлю статью о выставке, и ваша работа мне очень приглянулась. Я понимаю, что в целом жанр ироничного селфи изжил себя, но в вашей работе есть что-то неподвластное времени, поэтому мне бы хотелось взять у вас интервью, если это возможно. Вот моя визитка. Очень рад был пообщаться, Макс. Взаимно, Дэнни. А вот и она пришла спасать положение. Привет. Ты сделала это, Макс. Ты настоящий художник. По крайней мере, сегодня. Вы в порядке? Мы вас на секунду потеряли. Я в порядке. Просто давление. Это из-за перелета. А ты забыла включить звук, идиотка. Ну же, прошу, ответь. Твою мать, Макс, твое видение. Это правда торнадо, оно приближается. Что? О, нет. Хлоя, где ты? Мне пиздец, как страшно. Я на пляже, машина застряла. Хлоя, слышишь меня? Алло! Алло!
боже мой! Торнадо оказался правдой. Ух, ни хера я не исправила. Луи умрет. Аркадий Бэй будет разрушен. Должен же быть способ это остановить. Должен. Плохая экспозиция, плохая рама. Ни за что. Прошу прощения, я хотел бы задать пару вопросов по вашей работе. Извините, но